не проходит. Получилось. Особенно измена воли матери. Но если бы не форма поведения этих людей, я бы здесь не был, мы бы здесь не были. Все были бы живы и здоровы. Ну, для этого нужно доказательства, я понимаю. Я могу забывать, согласовать, как их дополнительные доказательства представить суду. Еще раз хотел бы попросить, но она отсутствует. Конечно, ребенок ничего плохого не сделал. И очень сожалеет о его гибели. Но женщина, мать, и очень подлый поступок по отношению ко мне совершили. И, конечно, я не хотел садиться в тюрьму или... Это было бы вообще... В голове не падает, что совершил. Конечно, на первый беглый взгляд я должен выглядеть исчадием ада. На мне клеймо где-то убийца. Я понимаю, что я разил. Но за свои слова всем людям надо отвечать. Что касается отдела полиции, то эти люди совершенно ничего не передо мной не виноваты. Просто были они на смене в тот день. И я не имел в виду никого лично, никаких претензий к ним не имел. Просто это был вызов системе, нашему режиму, я бы сказал, людоедскому и преступному. У меня все.